товар, воевода. А где деньги? Оно ведь как на Руси донаватушке издрели повелось. Ваш товар, наш купец. Показывай товар, покажем деньги. Ага. А ежели у вас денег нет, что, мам, зазря товар показывать будем? А вдруг так получится, что мы деньги вам покажем, а у вас товара бах и нет. Так вы ничего не теряете, а мои ребята хоть деньги увидят. А что, цирк какой-то? Деньги вам зазря показывать? Ха? Платите деньги, покажем вам деньги. Ты что, дубина, лететь колотить? Стоит и не понимает. Денег у нас нет. У нас есть товар. Хотите, покажем товар. Ишь ты, поди ты. Слава Перуну! Наконец-то! Хотим, показывайте товар. Ага, хитренькие. Сначала покажите деньги. Что? Мы так не договорились. Это какая-то белиберда получается. Есть четкий устав. У вас есть товар. Так. Ты хочешь его продать? Очень хочешь. Показываешь его купцу. Коли купцу нравится товар, получаешь деньги. Все верно? Все вроде верно. Но чувствую, подвох какой-то есть. Тут ты. Говори, где подвох? Показывай товар, покажу подвох. Летичка, это что получается? Это я тебе товар покажу, а сам из денег ты мне подвох какой-то покажешь. Так ты сам просил, чудак, человек. Да покажите деньги и делу конец. Задолбал ты, правда, ребята? Да. Показывай товар, а иначе сделка не состоится. Эй. Воевода, а чего кипятишься? Что ж это получается-то такое? Да мы с утра встали, оделись, умылись. Пришли сюда в надежде показать свой товар, да увидеть деньги. А вместо этого столкнулись с какой-то стеной непонимания. Ха! Так можете плюс ко всему еще по мордам отхватить. Получится так, что с утра оделись, как дураки умылись и с помытыми мордами пришли. Денег не получили, товар не показали, да еще по помытым мордам отгребли трындямок. Покажите деньги. Покажи товар. Ну, товар так товар. Сейчас тебя отоварим.